Равник выйди из мелизоны к большому, там справее чуть от большого. Чуть правее, он на маленький стоит. Или в маленького, маленького беги, не в большого. Соедини слизничка. Все далеко. Нет, далеко. Тут и лужа поднасрала. Соедините маленьких. Кто там еще стоит? Святос тоже выйди. Соедини, сзади тебя у ворот стоит маленький. Закомбиньте там. Возможно, будет взрыв. Готовимся. Да, взрыв. Отошли максимально. Готовимся. Побежали. 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 Со своих мест отошли. Лужа разливается. Видим, да, где центр? Ты прям в лужу убежал. Центр, центр. Там этот сальву. На, беги. И встали обратно в центр, да. Этот, да. Синтек, подними имя имен. Вадикон, подними два носка. Я пока с краю стою. Давай, давай, давай. Дистанцию, РДДшки. Чекайте дистанцию. Блять. Че у нас? Вадикон, подними имя имен. Бидон тотем, килая на ману. Хорошо, Равист поднимай два носка. Песа, беги, Песа. Недокастовый, Песа. Беги давай уже. Рависта нет. Нет, давайте я не буду это говно аносить вам. Это смотрите за лужами сраными. Хватит ДПСить, милики. О, милики, РДД. Ну, он не поднимется, нету Рависта в рейде. А, все понял. Ну и хрен с ним. На рейндж надо кого-то. Вот, Хэлла, добегай вправо, добегай еще вправо. Сводите маленьких, сводите с Песа. Вон тут Синтек выбежал, пускай на рейндже носится. Все хорошо. Визмели Малефицис выби, а уже большой там появился. Нормально. Мне можно обратно в мель или стоять тут? Не-не-не, стой в РДД. Радикон. Дубовку выражал. Готовимся к касту. Взрыв пошел. Побежали. Бежим, 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 бежим. РДД, не кучкуемся с миликами. Вы отдельная фракция. Вернулись обратно. Обратно вернулись. Не, бегай, ложимся. Что не получается? Ну, на моменте, когда уходят люди, и вот они вышли, слизь падает в центр, да, и босс начинает очередную блевоту, ну, вот эти слизни, поток слизней. Надо эту хуйню дать массакру с палом. Была сакра у меня, этот, я про то, что плохо сводите маленьких слизняков. Там один маленький зашел в большого, получился лишний стак, это тоже геморрой. Нам за бой должно быть, ну, максимум два взрыва, а у нас просто, ну, до хрена. Это уже какой был. Следующий был бы третий уже. Ну, это уже, да. Как-то надо... Я сейчас метки поставлю, примерно, какие это, в какой зоне будет слизнячок. Это у нас еще, ну, и туда... тело, видишь, 25-го нету, еще и 6 хилов. Если бы плюс 2 ДД, может, и быстрее бы убивали. Он, Равист вернулся. Ну, заебись. Я думаю, это, по хилам что, вы чувствуете это боль вообще? Может, спекнуть тогда одного в ДД? А? Ну, на блевоте, боль? На блевоте они чувствуют, там видно, людей роняют. Не, все, тогда все, пускай сидят 6 хилов, это полезно. И это, надо, чтобы ты вот сам поруководил там верчиками, инерами и прочим говном, я не успеваю. Пока я все это заночу, мне еще нужно смотреть, чтобы не забежать в РДД с этим слизнючком, не подставить там никого. Поэтому нереал. Ну, котяра тут, а еще бегут народ.
Я силы трай 2. Да у нас тоже время, это уже кончилось. Еще тоже пару траев, и мы, ну как, убьем сейчас за следующий трай. А у вас не до 8? Ну до 8. 3 часа, по-моему. В смысле, а не 3 часа это? Ну, с 16 до 8, 4 получается. Ну а там, видишь. Что-то я просто думала, всегда 4 было. У меня в контракте 3 прописано, как это 4-то? В каком еще контракте? Ну я же деньги за это получаю. Не доплачиваешь. Я понял. 4 часа это. Ну там сбор был час, так что сбор это нет. Не, ну это как бы издержки профессии нашей, что поделаешь. Да не надо меня с умом, не пришла я уже пешком. Все, здесь рыбку вам поставили, давайте по фастику, пока ДЦ не свалил закат. Пульнем, убьем, забыли. Я метки поставил, это будет ориентиры, куда выводить зелененького, ознакомьтесь. Чтобы удобнее, чтобы я не говорил туда, куда, я даже не могу сам сориентироваться, тут все одинаковое. И малефициста надо смотреть. Это Гримзол, ты сливаешь тотем по своей мане смотришь, или когда у всех хилов там просело какое-то количество? Ну я вначале стараюсь, ну, то есть как хилы примерно треть маны проседает, я даю первый. Я стараюсь два за бой дать. Не, это я понял. Давай просто совместим с пэсовским гемном тебя. Ты пэса скажи, или мне сказать. Ну, ты как даешь, скажи пэса давай на ману, он даст. Чтобы больше маны резнулось. Ну, то есть, соответственно, не 30%, там 40% просади, немножко побольше. И потом мы уже бетона с ДЦшником ебанем. Все здесь, малефицы. Мне может быть не до того, если я в РДД зоне. Ну, заливаю только так. Мы смотрим. Если не до того, ничего страшного. Сколько успеешь, что было. Бафните, пожалуйста. Чикариба. Хорошо, ПС. Имя имен. Готов? Вадикон. О, сова что-то грустит, сидит. Сейчас сову ждем. Отпивается. Все, все готовы? Отдаю отчет. Давайте постараемся. Надо это, не руиниться слизняками, меньше взрывов, меньше шансов, что мы отъезжаем, босс делаем. Геру? А. ЕРДД, чекайте за лужами, не ДПСьте, чекайте, не отходите в последний момент. СС у кого есть из локов? Плюсаните. Лужа льется. Лужа льется в печенюшке. Паровисту скастую СС. Когда будет время. Паровист в миллион не сдохнет. Без шансов. В ромбике. Парни, бегите, бегите. Вот сейчас как отпустит, надо убежать. А мы двигаемся с пэсом, мы двигаемся, место освобождаем пацанам. Этот, че он, большой элементаль? Охренеть, и как большой элементаль выйдет из слизнячка? Да, 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 давай, Гримзол, ставь пэс и читай нам. Из звездочки бежим, бежим из звездочки. Дальше бежим. Бежим, бежим, бежим. Вы рядом стоите, парни, волока. Кастуете, я. Ну так, если что, вдруг. Синтек, выбеги маленького, сведи, он рядышком прям в мелизоне стоит на бесе. Вот лужа пошла по кругу. По часовой стрелке. Это уже предсказуемо. Поэтому двигаемся, крутимся. Маленькие бромбики.
Ну, это он один. А нет, миленький сейчас маленького. Забивали? Бежим, бежим, ромбики, не стоим, не кастуем, не докастовываем, не докастовываем. Бежим, мы уже бежим. И вот вы сейчас встаете, у вас почти не остается, да, еле вышли. Не докастовывайте свои сраные косты, пожалуйста. Ровист по бидону и Вадикон по Эновену. Крутимся, я в ДДшке, крутимся. Так, крутимся, крутимся дальше, там следующая лужа льется. Не через мили, крутимся влево, постоянно крутимся, РДДшки. Взятый чё до ССа? У взятого 10 минут с лишним до СС. Там это, Hello, сдай справа, Мэриленд влево сдайте, следите маленького, маленьким. Ну, с призана захиливать. Готовимся к взрыву, готовимся, стоим, побежали. Побежали. И сбежали собрали. Ставь тотем, килай на ману. ПС на ХП. На ХП сначала сдам. Че посыпались? Играем, играем дальше. Синтек, выйди из мелизоны. Я тоже выхожу. Вадикон, поднимай мистер Лэнда. Синтек, подними Ровиста. Ровист поднимет взятого. И надо сразу, сразу ребафнуть парней. Сразу. Крутимся, крутимся, вертимся. Не стоим на месте. Зараз ранее, на этом, что у нас получается, налево? По часовой, короче, заранее отбегайте, заранее, заранее. 18 лямов встал, давайте, чтобы без еще одного взрыва, аккуратненько. И там войд раздай иннер, а то плохо уже. Давай, Ровист по бидону, Вадикон по буря. Это Синдек, давай налево, налево, крутимся. Ну, сорян, что поделать. Попробуем не сводить маленьких. Гимн на ману, если есть. Не сводить маленьких, с маленькими не сводить никого. Рарник, выведи большого с центра, побегай с ним. Выведи. Да, Рарник, выведи большого. Давай таунт на него и убеги. Просто так, на скеле. Потому что следующий хлопок нас дал. А и даже без хлопка мы сдохнем. Шесть лямов. Не, не добьем, все, я лег еще, блин. 5 лямов. Почти. Слизни вас не убьют, выводите. Валифицы, выводи еще большого в центр идет. Вот это на себя забрал. Вы попробуйте добить. 2, это 4 ляма. Понятно. Взрыв. Блин, что, давай last try, наверное. Долго еще. До хера времени. Почти убили. В принципе, хорошо. Вот поняли, да? Лужа начинается крутиться. То есть она выбрала стрелку свою часовую и
Не вы от лужи убегаете, а вы ее догоняете. Растянитесь по этой площадке, и постоянно движение, и все будет клево. А когда, этот маневр, короче, парни, когда хлопок у слизня происходит, я стараюсь слизня загнать в самую стену, чтобы максимально летела эта шляпа. Поэтому РДД, ваша позиция, вы стоите, ну, где стоите, и вы просто делаете шаг назад к стене. То есть вы должны кольцо просто шире сделать свое. Анальное, блин, и это. И пережить всю эту фигню. А милики единым кемпом вместе с боссом, вместе с Вайдом уходят в сторонку. Под там, и в этой 4 единым кемпом сместились. В этот единый, в центр все это залп весь долбанул, отстрелялся, вы вернулись обратно в центр. РДД с миликами не перемешиваются. И все будет клево. А чтобы РДД грамотно отошли в стороны, они должны грамотно весь бой быть растянуты по площадке, которая не засрана лужей. Вы это, пацаны, кто там, Сова, допустим, Элим, вы себя подхиливаете на блевоте хотя бы, надеюсь? Или неохота такое делать, когда 6 хилов? Все-таки эта помощь будет хорошая, чтобы вы не сдохли. Ну, конечно. Вот, Хэлла. Я думаю, вас вообще надо по 2 человека поставить по меткам. Ну вот, допустим, что там, 2 мага у нас, да? 2 мага пускай в кружке будут. Все будут знать, что там 2 мага, которые хилиться не могут. В треугольнике пускай... кто там? Имя имен мистери? Мы бегаем кругом. Там разницы особо нет уже. Ну вы будете влево-вправо от треугольника отбегать и все. А нет, там широкая такая лужа, а остальные подожмут или еще что-нибудь. Я со следующим приду. Лучше карусель, просто в карусель. Мы постоянно крутимся и все. Они пробежали, дали там коста 3-4. Я так чему говорю, что у босса конус 120 градусов, он 1/3 комнаты заблевывает. И если, если он будет заблевывать 2-3 цели, это лучше, чем 10 целей, правильно? Ну не 10, там 7. Поэтому мы растягиваемся, я про что и говорю. Типа, если мы грамотно стоим, то мы растягиваемся вдоль всей комнаты. Ну, не вне наблеванной. И получается то же самое, что ты сказал, только мы динамичные. Мы не стоим на месте. Ну, короче, подхиливайте себя еще там, не знаю. Вадикон там подхиливайте. Локи, кидайте похищение жизни. Вот у вас блевота идет похищение жизни, как я вас учил, блядь, на этом, на среднем боссе в ТТГ. Также кидайте похищение жизни. Оно вас, блядь, подхилит. Хилам проще будет, вы не сдохнете. Главная задача — жить. Мы не должны быть в топе по урону там. На нем же берсы нету, да? Хз, я не помню. Ну, есть. Добавим, что-то не показывал. Soft Enrage называется. Быстрее появляется болезнь. Просто утонем в слизнях. После 30%. Тонем. Стоп, эта хрень после 30 начинается же? Да, быстрее слизни начинают, чума начинает быстрее кидаться. Тогда гера не из пула, давай на 30 геру дадим. Ну так-то можно. Самое главное, когда первый взрыв сделаем, вы когда разбегаетесь, вы не дамажьте, вы себя хильте. То есть маги там глыбы отдайте, вот именно на взрыве отдайте глыбы, засейвите глыбы на взрыв, локи похищения, гимна хп будет от пэса на первом взрыве, и от меня не зыбка будет. И еще, блядь, Айновен, добавь массакру на свое усмотрение, именно на вот взрыв, и когда он будет блевать после взрыва. Не, Айновен пускай хилит, я сакру дам свою. А, да, ты это... дашь, ну на второй взрыв тогда уже хпалы там, и ДЦ. Я даю, да у меня ко второму взрыву откатится. Давайте на скилле. Что там, 4 ляма достал, почти убили. Четко. Вот это прям гера, как раз когда мы договорились на 30-ке. Сойдет. На первом взрыве, если 0 людей умрет, то убьем. Конечно, так и будет. Ну и на втором еще, конечно, убьем. Вон появляется лужа. Лужа уже мистер Лэнд не докастовывает. Мистер Лэнд уже бежит. Заранее бежит. А, нифига у тебя портал, все, сорян. Мои эти. Зря пиздел сидел.
Все, вон лужица пошла, выбрала, да, свой курс, и мы двигаемся. Мы не стоим. Мы догоняем лужу, а не убегаем от нее. Все, распределились по вот этой живой пространстве, живой, говорю, сейвовой зоне. И по ней вот и бегаем. Ну, следующая лужа пошла. Что там, в Милигрим выйдешь? Да, там, в ромбик выйдет, там стоит маленький в ромбе. СС есть, Локи? Да, есть. Следующая лужа льется. Бегаем, бегаем, крутимся. Грим, ты тут? Выйди к этому кому-нибудь там. А уже ладно, уже не выходи, уже все, бой. Песа подведи перед тобой, слизнюк маленький. Объедини их. Чё? Следующая лужа. Мистери по водикону. Нет, только у тебя. Имя имен по себе давай. Я водикону отдал. Я понял. По водикону дали СС? Да. Тогда мистери кому дать? По себе давай. И взятый. И взятый давай по ДЦ. Разница. А, не лага. Ох, жопа. Почему сейчас? Не уроните грим золотом. Чума, если прохилить не можете, здесь спалите просто. Пиздец. Это, Войт, если меня слышно, пусть равник поводит, я залагал. Вот твое. Рарник, беги больших водить. Я как танк, только, как танк, только в ретрике. Вот я своего большого вроде как держу, завис вот с ним, и пусть я с ним стою. Частицу я, наверное, Рарника перебрось. И меня хильте, я лужу не знаю где. Ну, в смысле, я наверняка она сейчас разольется подо мной. И анонс взрыва тоже заходит. Хэлла, вставалка есть? Да, сейчас лужа будет. Угу. Как встанешь, ДС его захилишь. Гримзол, ставь тотем. А, ты уже про этот самый. Бидон, ставь тотем. Килай на ману. Вставай, защитуйте Хэлла. Готовимся выбегать с центра. Выбегаем с центра. Пэс отбежал, гим на хп. Ну чё, вы отбежать не можете? Да Хэлла не достаю. Я отхилился. Так, Равист, Бурява, Ресы. Мне остаться в РДД зоне? Да. Стой, 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 она тоже вылетела, у нас один интернет. А, это, хорошо, или... хорошо, если ну уже сдали. Спасибо. Играем тогда в 5 хилов. Давай, Вадикон, Эйю, Ресы, Синтек, Историю. 6 человек бьет, стойте в ренже друг от друга, 8 метров, блять. Захильте их. Бля, Рарник. Готовимся, взрыв сейчас будет. Выбегаем, выбегаем. С центра выбегаем. Давай мы сыкрой, наверное. Килай на хп. Нет, тут хп. Не, вы не выбегаете, блядь. Там, где вы стояли на момент выброса слизи из большого слизняка, туда упадет слизь. Захильте, пожалуйста. Что, пожалуйста? Блин, два человека. Да в лужу застряла, пока гимн читала. Я понял. Нельзя так в РТД зоне делать вообще. Ложитесь. Че, как вовремя у нас этот интернет моргнул. Ну что получается, это. В РС-ку заглянем завтра. Давай чтобы, страйка, нет? Чтобы убедиться. Там, был, там, не там, все, у меня времени там, нет. Был. Там ходят люди. Этот, давай завтра добьем вот. Гнила, принцов, Гнило, и принцов, Вальку. Вальку, да, да. И пойдем РС-ку там повайпаемся, посмотрим. Не, какая РС-ка, вы что, угораете? Мы потрогаем каким-то. Ближайшие 2 месяца вообще никакой РС-ки у нас быть не может. Героической-то? Серьезно? Ну да.
Это, не давайте, смеши мои подковы. Замутайтесь там, это все дезморальщики. Да руки потрогаем хотя бы, чего вы теряете? Нормальная РСК-гер, ничего там не переапано. Это реально. Что, не в смысле, топ-ги все еще не убили. Мы не топ-ги, мы, типа, блядь, на леди хаваем 100 духов, и мы закрыли сегодня духов только потому, что ее занерфили. Что за дезмораль? Это не дезмораль, это так и есть. Да мы авантюристы. Ребят, просто поверь, РСГер менее проблемные, чем леди. Нужно себя как-то странно оценивать. Да какой? Ты не видела, что у нас творится в обычке в РСке, блядь? У нас на лезвии просто полрейда ложится. Ну это косяк, значит. Это уже не этот, не от гира проблема. Ну, прям, это, прям, это, конечно, это проблема в мозге. Ну, типа, вот, у нас... Надо, ну, понимать, вот, что, надо понимать, что то, что мы закрыли сегодня леди, это не наша заслуга, а это заслуга нерфа. Потому что люди как хлопали духов, так они их и хлопают. Просто так, сейчас это... она перестала нас ваншотать этими духами. Поэтому, в принципе, не поменялась нихуя. Какая нафиг РСГР, вы что, угораете? Не, я, как, конечно... Можно портальчик в Даларан пока? Просто это без меня. Не было вообще нормальных таких хлопков. Плюс ДЦ как раз под это. Ты что-то... Нерв, конечно, был, он помог нам, но... Все равно люди привыкли, освоились. Нет, это... ты чё, ну, последний трай было взрывов 5, наверное. Да, по-моему, не было взрывов последних. Были. А точно были трай, где я, были. Я это точно знаю, потому что как минимум я взорвал, и я видел, как еще двое человек взорвало. И я видел, что в чате написало, там еще два человека, которые я не видел, что они взрывали. Но... Это лучше были, чем трай. Это все равно опыт, это все равно... Короче, все равно, ты что-то так много на систему сваливаешь. А РСКХМ, то, что вы от лезвия сдохли, это вообще не показатель. Это инвалиды, получается. Не, я, конечно, как бы вас ни к чему не призываю, просто я к тому говорю, что это без меня. Да тебя просто, ну, это окей. Просто ты как-то это топил за то, что вообще не ходить туда и даже не пытаться пробовать. А нахрена играть-то тогда вообще? Ждать, пока понерфят. Нам, ну, вот так надо делать. Охренеть, здравствуйте. Может, все, в Долоране сидеть будем тогда? Это же неинтересно. Ладно, вы, я только вам что хочу сказать. Это все охуенно, конечно. Ну, только не разводите из этой параши какую-то хуйню, там, грязь какую-то не разводите, блядь. Нет. Смотрите, мы завтра придем, добьем три босса, ебанем Лану. Вот, Лану проще профа ебануть. И пойдем на профа, посмотрим, что рейд делает на профе. Я уверен, профа тоже можно ебануть. Если мы завтра ебанем за 4 часа эти 5 боссов, если мы профа ебанем, мы просто пойдем на синдру и все. Если на профе будет какая-то дикая залупа, что аж я охуею, то может быть и сходим в РС-ку в среду. Вот я сейчас на сторону взятого уйду, потому что профа точно нет. А вот Лану можно. Вот я сначала потрогаю, посмотрю, что там делает рейд на профи, а потом мы уже пойдем в РС-ку. Еще у нас среда есть. Это уже в как принципе, бы вы там сняли. В принципе, эти три босса за час можно ебануть, а потом Лану ебануть еще за час, ну, с парой вайпов. И можно сходить в РС-ку, просто посмотреть на Халеона пару траев, а потом идти дальше. Ну, это да, потрогать можно. Тут я за, надо пробовать. Чарка на щит есть, на интеллект нет. Ну, видишь, люди уже интеллект повышают. Да. Жалко, не работает. Хистори у тебя есть, да? Кто? Чарка на щит. Нет. Не брал? У меня только есть это. У меня нет вообще даже. Могу купить сейчас. О, рарненько, если купнешь, будет круто. Там реги вообще дешевые, только, ну, рецепт.